Приветствую вас на канале RedCat. Я решил собрать еще раз абсолютно все фейерверки для того, чтобы получить два новых юнита со своего второго аккаунта. Думаю, они пригодятся, можно будет трейдиться на что-то. Короче, лучше оставить себе еще запасные. Итак, ребята, начинаем собирать. Первый у нас фейерверк вот здесь и вон там вот. Забираем. Это вот третий. Идем дальше. Очень много, ребят, было у вас вопросов. Я решил собрать в одном видео абсолютно все фейерверки. Итак, четвертый ученого вот здесь, вот прямо за ним, у кого мусорники. Пятый, чуть-чуть дальше, шестой на снегу стоит. И седьмой в дереве торчит. Все, осталось буквально вот забрать вот этот восьмой рок. Девятый у нас вот здесь вот за зданием. Ну и десятый сложнее всего спрятан, больше всего было вопросов, нужно найти его было по елочкам. Прыгайте за здание, забирайте. После того, как вы собрали 10 фейерверков на лобби, вы отправляетесь на трейдинг плазу. Также за 10 собранных фейерверков вы можете уже получить первого юнита. Итак, у фонтана первый, здесь у лавочки второй, здесь за стеной третий за колонной, четвертый в кустах. Так, что где-то, по-моему, тут у нас два еще должно быть. Пятый вот здесь вот, за телепортом, шестой за стеной. Все, это забрали, давайте теперь пойдем наверх. Наверху у нас есть андеграунд, тоже самый сложный, это будет у нас седьмой. Так, спускаемся, забираем, ресетимся, потому что по-другому никак. Осталось три штучки, сейчас мы их заберем. Вот здесь вот у нас две, одна около коробки, вторая в кусте и третья на перилах. Все, ребята, собрал 10 штучек, забираю еще одного юнита. Теперь у меня уже два юнита собраны и можно отправляться забирать еще UGC. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Первый фейерверк у нас находится на Toilet City. И, ребята, сложность должна быть самая начальная, зелененькая. Первые два задания у нас на зеленом фоне, значит сложность зеленая. Тут ничего, в принципе, даже делать не нужно, вы загружаетесь на карту и можете сразу забирать фейерверк, он стоит уже на респе. Только у вас есть три волны, чтобы его забрать, любые фейерверки, только три волны, потом они пропадают, поэтому забирайте их. Дальше можете ввести команду вот такую лобби, чтобы быстро выйти. И продолжаем поиски. Toxic Firework. Давайте теперь токсический фейерверк заберем. Он у нас находится Cameraman Headquarter. Куда мы, собственно, сейчас и отправимся. Очень, кстати, странно. Мне почему-то скинули все те фейерверки, которые я нашел в Trading Plaza. Ну ладно, ничего страшного. Наберем опять. Короче, easy выбираете. И вот здесь вот на седьмой, по-моему, волне будем сейчас ждать. Или восьмой. Токсик. Так, на восьмой. Вот здесь вот, ребят, сейчас у нас появится. Есть. На восьмой волне мы забираем токсик. Все, ребята, самые легкие задания, ну, имеется в виду по легкости карты, уже закончились, поэтому сейчас будем проходить на среднем уровне, на желтом фоне. Обратите внимание, что первые два фейерверка были, видите, на зеленом фоне, остальные на желтом. Значит, это средняя сложность, и первое мы отправляемся в пустыню. Там была подсказка про песок. Песок у нас в пустыне, соответственно, мы идем на среднюю сложность, на желтенькое. Два фейерверка на зеленом фоне были, это было easy, а теперь у нас на желтом следующие идут фейерверки, и, соответственно, это средняя. На 27-й волне вот здесь вот у нас, ребята, заспавнился фейерверк. На этой карте еще есть один фейерверк, но там уже нужно пройти на ночном кошмаре. Это будет в конце видео. Все, ребята, забрал. Отправляемся дальше читать следующую подсказку. И там коконат написано. Коконат это переводится как у нас кокос. Кокос у нас на пальме. Пальма у нас на пальмовом парадайз. Все вроде логично. Так что отправляемся на пальму парадайз. Тут, кстати, на разных сложностях два тоже у нас фейерверка. Один на медиум, второй на харде. Сейчас пройдем тот, что на медиум. Ставлю на медиум, на среднее, на желтенькое. И ждем, ребята, 18-ю волну. Залазим на эту пальму. И вот он фейерверк. Кстати, его упростили. Его ниже уже опустили, потому что многие игроки, я так понимаю, не могли его достать. Поэтому, видите, сделали
упрощение. Я доставал прям с самого верху, это было довольно-таки сложно. Ну ладненько, идем дальше. Последнее на желтом фоне, это у нас Barrel Firework. Ну типа, Barrel это у нас как бочка переводится. Идем в Toilet Lab. В Toilet Lab нам на среднем уровне нужно пройти, по-моему, до пятой или, по-моему, даже до четвертой волны. Поэтому быстренько ставим юнитов и вот на четвертой волне, вот в этой вот бочке, забираем фейерверк. Отлично. Возвращаемся в лобби, проверяем и тогда уже переходим к прохождению красных. Красных у нас два, это значит hard. Glass Firework у нас Cameraman Headquarter. Ну, потому что там много стекла. Соответственно, мы туда и отправляемся. Стартуем, ребята, тут довольно-таки долго придется поиграть. И уровень hard, 50 волна hard у нас в режиме. И, ребята, по-моему, я не знаю точно, я не посмотрел, потому что я не стоял рядом с ним. Ну, где-то после 28 волны вы чекаете, может уже заспавниться. Я вот таким образом проходил, поставил стену, поставил TV-менчиков, поставил зеленые лазеры для того, чтобы останавливали. Этого, в принципе, хватило. Еще он накидал инженеров всяких, спама на всякий случай. И вот на 30-й волне у меня уже тут стоит фейерверк. Возможно, он заспавнился раньше. Может, это была 28-я, либо же 29-я волна, может, 30-я. Тут я не могу сказать точно, потому что не посмотрел, к сожалению. Окей, идем дальше, ребята. У нас еще одна, видите, красненькая, Mountain, то есть гора. Гора у нас на Palm Paradise будет. Я прошел немножко в другом порядке. Сначала самые сложные три прошел, а сейчас остальные прохожу. Поэтому вы видели, что у меня три последние уже пройдены. Итак, здесь у нас опять нужно красненькое. Выбираем hard, ставим. Ну, в принципе, вот так можно поставить. Тут недолго ждать, поэтому можете каких-то трех бойцов поставить, и этого будет достаточно. Ставим автоскип и отправляемся вот сюда, вот в горы. И ждем. Ждем, вот здесь где-то должен заспавниться у нас еще один фейерверк. Итак, это седьмая волна, я так понимаю, да. На седьмой волне чуть ниже вот здесь спускаетесь и забираете фейерверк. Отлично, ребята, мы их все собрали, теперь переходим к самым сложным. Итак, ребята, первая карта, ночной кошмар, выбираем, идем, соответственно, у нас пустыня. Так, в пустыне, ребята... Я буду теперь показывать полностью прохождение, потому что это самые сложные волны. Вы просили показать, как их пройти. Тем более я прохожу в одиночку, соответственно, возможно, вам будет понятнее. Если у вас нету каких-то бойцов, не переживайте, вы можете их заменить. Главное, чтобы вы понимали тактику, как это все делается. Самое крутое, на мой взгляд, сейчас вообще это лазер, потому что он их приостанавливает, и вам не нужно ставить каких-то очень крутых бойцов для того, чтобы с большим уроном, скажем так, для того, чтобы побеждать. Вам достаточно поставить что-нибудь, что хорошо по сплэшику работает, желательно какого-то медика, чтобы его не оглушали, чтобы он постоянно мог работать, и все. Итак, ребята, до 11 волны доходите, обходите таким образом здание, и здесь внизу забираете фейерверки. Все отлично, идем теперь в следующее. Toilet Lab, лаборатория. Здесь нам нужно продержаться больше волн. Если там было 11, тут уже 18. Здесь опять же таки ночной кошмар. Голосуем. И давайте разбираться, как его проходить. Я опять же таки ставлю зелененьких человечков. Фермы. Вот так вот. Фермы ставим так около дороги. Ни в коем случае не ставьте где-то в поле. Ставьте прямо около дороги для того, чтобы они еще останавливали всяких, скажем, вон видите, только что оглушил он ферму. Ферма у нас не против, если ее оглушают, поэтому лучше ставить по всем направлениям фермы так, чтобы их оглушали. А ваших бойцов, соответственно, они не успевают оглушать. Все, я поставил три бойца для того, чтобы приостанавливали. Они, видите, они теперь медленнее ходят у меня. И, соответственно, паучок, который всех убивает. Почему паучок? Потому что его не оглушает, он очень удобный, у него отличный радиус. Конечно, его выбить очень сложно, но вы можете выбрать какой-то сплэшик другой. Довольно-таки хороший сейчас выбор бойцов, недорогих, которые вы можете поставить вместо паучка. Главное, чтобы большой радиус был и большой круг для того, чтобы быстро все это чистить. Тем более, карта довольно-таки удобная, чтобы всех тут дефать. Так, ну что, таким образом, ребята, я сейчас дефаюсь. Еще мне нравится ставить ворота ученого, который будет ставить огромную стену, которую не пройти.
И, в принципе, этой тактикой я прохожу сейчас любые ночные кошмары. Так, ну что, 15-я волна, скоро отправимся уже забирать. 15-я волна, 16-я волна. Вы видите, что, по сути, я прохожу двумя бойцами. Один дамагер и три бойца, который останавливает. Ну и вот я начал ставить стену, но уже, в принципе, она не понадобится, потому что уже на 18-й волне, внизу, вверху, точнее, на горе, вот здесь вот у нас есть фейерверки. Отлично, ребята, забрал. Теперь отправляемся на последнюю карту. Это будет Toilet Headquarter. Тут нужно пройти прям почти максимум на 37-ю волну на ночном кошмаре. Поэтому сейчас мы это все дело будем проходить. Тактика не меняется, ребята. Тактика одна и та же у меня. Обязательно ставьте вот такого образа фермы. Первую прям около самого входа, для того, чтобы все камикадзе, которые будут вылетать, взрывались об эту ферму. Потом чуть дальше ставьте ферму. Ну, еще, соответственно, в те места, где вам нужно... Желательно ставить в те места, где вы хотите, чтобы боссы приостанавливались. То есть там, где у вас наилучшие дома, где все ваши юниты достают их. Поэтому туда ставьте фермы, они будут их немножко останавливать, они будут их оглушать, стоять около них какое-то время, и это вам даст лишнее время для того, чтобы их убить. Все, ребят, таким образом, опять же, такие два зелененьких человечка будут их приостанавливать, а паучок спокойненько убивать. Пока паучок с ними расправляется, я, соответственно, качаю фермы. Как я вижу, что урона у паука недостаточно, я качаю паука, потом продолжаю качать фермы. Ну и зеленых человечков я тоже немножечко улучшаю, радиус им делаю побольше, для того, чтобы они постоянно замедляли боссов. Ну что ж, ребят, вот таким образом я прохожу карту. Вы видите, что ничего сложного, несмотря на то, что это ночной кошмар. Если у вас нету паука, ставьте, как я уже говорил, какого-то сплэшера, который очень хорошо работает. Это может быть, к примеру, легендарка из индейки обновления. Там Лего очень хороший, у нее радиус был. Сама индейка тоже отлично работает. У нее 2400 прокачка, классно работает. Единственное, что дамаг у нее не очень хороший, поэтому придется поставить не один юнит, а 2-3 штуки. Но там дешевая прокачка, поэтому проблем с этим не будет. Единственное, что поставьте медика для того, чтобы он постоянно их снимал оглушения, которые могут на них накидывать. Так, теперь, ребят, я начал строить еще стены две. Хочу построить две стены. Когда вы прокачаете стену на топ, то она еще будет стрелять неплохо. Помимо того, что это такая себе страховочка, которая не даст бойцам пройти, она еще и будет неплохо дамажить. Тем более, сплэш у нее отличный, поэтому я люблю этого юнита использовать. Ну и как вы видите, я спама накидал, тоже на всякий случай, чтобы потихонечку останавливал. 4 инженера, соответственно, куча танков уже катается по карте. Вы можете, опять же таки, заменить на вертолетик, который тоже спамит бойцов. Ну, таким образом сыграть. Все, ребята, бойцы, которых я использую, вы можете заменять на любые подобные. Тут нету прям обязательно, что вам нужно именно этих бойцов взять, что я, чтобы пройти всю карту. Так, ну что, мы подчищаем карту, все вроде как у нас хорошо, все двигается, все замечательно. Боссы умирают, мы их очень хорошо замедляем лазером. Ну и сейчас уже готовимся, скоро, ребят, появится у нас последний элемент. На 37-й волне у нас на крыше дома справа должен появиться фейерверк. Итак, все. Давайте смотреть, да, уже есть. Запрыгивайте на эту полосочку, с нее перепрыгивайте и забираете последний фейерверк. Ну что, давайте проверять, я уже собрал все фейерверки, еще раз прошел 10 собрал фейерверков Трейдинг Плаза, и теперь могу уже получить награду. Все, забираю, ребят, теперь у меня есть 2 юнита, и еще есть теперь вот этот вот чудик на моем втором аккаунте. Что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Спасибо, что смотрели, всем пока!